Завершился открытый дальневосточный турнир по вольной борьбе имени олимпийского чемпиона Павла Пинигина. Соревнования прошли среди юношей и девушек и собрали около 700 спортсменов. Подробнее в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. На протяжении трех дней в зале Центра спортивной подготовки «Триумф» за первое место боролись около 700 спортсменов со всего Дальнего Востока. Здесь собрались команды из Амурской области, Забайкальского края, Новосибирска, Хабаровска, Бурятии и из 30 районов Якутии. Зависит от того, ребенок, насколько до конца борется или не до конца. Кто-то сдается раньше, возраст маленький, кто-то до конца борется. Якутские борцы все борются до конца, это видно, что никто не сдается, все до последнего борются. Отдельные виды спорта, в чем-то одном развивает, вольная борьба развивает ребенка полностью. Там и акробатика, и растяжка, и физическая подготовка, все вместе. Поэтому я считаю, мы вот этим и заинтересовываем, что вольная борьба развивает полностью ребенка. В планах у организаторов дальнейшее развитие турнира. Они хотят сделать его не только всероссийским, но и международным. Северная Корея, Китай, Монголия, а потом Япония, даже с Аляски, думаю, если хорошо переговорить, они могут участвовать. Тогда ранг еще повыше пойдет, как международный. Почему так мы стремимся? Потому что ребята наши уже подтянулись. В турнире участвуют мальчики младше 14 лет и девочки младше 15. Для них подобные соревнования – прекрасная возможность начать спортивную карьеру и набраться опыта для дальнейших побед. И наши ребята научатся бороться еще лучше. И тогда с таких возрастов, 10, 11, 12 лет, они научатся почувствовать других соперников, других республик. И им легче будет потом бороться среди старших, юношей, кадетов, молодежи и даже взрослых. Отличную подготовку к турниру показали юные борцы из Хангаласского, Чурапчинского, Амгинского, Намского улусов. Среди девушек лидировали Усть-Алданский и Усть-Янский улусы. Также по одному чемпиону имеют Хабаровск, Амурская область и Забайкальский край. Юрий Осипов, Степан Посельский, НВК Саха, Якутск.